Всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Warhammer Total War за царей гробниц. Играем с вами за Хотепа на легенде, и остановились мы с вами на том, что взяли Каварк, взяли с вами мы, наконец-таки, пик Дракула. Сегодня мы уже точно прям... гарантирую, разберемся с этой бродящей армией. Она от нас находится буквально в двух ходах. И мы с вами наконец-таки тогда уже отправимся к черной пирамиде Нагаша. Так, здесь у нас повышение ранга. Не, давайте опыт походов вкачаем тут. Этой армии мы сюда отправляемся, в храм. Так, потом у нас, кстати, отстроился наконец-таки мрачный оплот. Здесь мы с вами можем поставить построечку на статую боевого сфинкса и построечку на статую некросфинкса. Либо можно, в принципе, пойти по-другому, поставить статую иеротитана. У нас всего один иеротитан на данный момент вообще имеется, только у Хотепа. Ну... не знаю, мне не особо как-то он нравится, если честно. Мне вот некросфинксы и химирские боевые сфинксы, они куда как-то ближе. Поэтому поставим вот так вот. И здесь мы с вами также подбираемся потихонечку к Харганету. Там они начали собирать еще одну армию. Тут остановимся. Здесь, кстати, был хаос. Его, к сожалению, уже разбили. Вот этой армии они как раз-таки восстанавливаются ею. Тут сейчас вот этот вот как раз-таки стак, он может сделать по-разному поступить. Он может пойти в Харганы, чтобы не дать нам его взять. А может проатаковать Каварк, где мы только что его взяли, и у нас армия стак не полностью восстановился. То есть тут уже мы посмотрим, как он себя поведет. Нам, по сути, вот этот стак разбить, и мы все вот эти провинции с вами заберем без каких-либо проблем. Дальше. Мне надо как-то постараться предотвратить восстание на Медвежьем острове, потому что я даже сейчас отключил, получается, налоги, но все равно шанс восстания довольно-таки высок, и дебаф у нас на минус 8, в провинциях будет действовать еще порядка 8 ходов. Поэтому вот эту армию мы с вами отправляем. Наверное, даже отправим ее по морю. Тут по пути соберем сокровища. И вот сюда мы ее пока подведем. А эту поставим пока в пик Дракла. Пускай восстанавливается. Пускай восстанавливается. И плюс нам сюда надо будет вернуть Ушепти, да? И вернуть... кого-то мы еще... а, мы вот этот отряд потеряли. Нет, не ветеранский. Давайте, может быть, шкатулку душ возьмем сюда. Давайте шкатулку душ возьмем. Так, вообще обряд у нас не тут. А, 4 хода. Ну окей, ладно, подождем 4 хода. Не страшно. Все, тогда мы с вами завершаем ход. Поехали дальше. Так, ну что ж. Ну, в принципе, я думаю, у нас вполне есть шансы. Тусклые клинки. Вот главное с темными панцирями разобраться нам надо будет. А так... ну, вот пехота, да, конечно, у нас неполная будет. Ну, будем пытаться тащить. У нас, в принципе, есть химрийские боевые сфинксы, у которых хорошая борьба идет с пехотой. И тут всего, на самом деле, 4 отряда, которые действительно представляют нам угрозу. Это Стражи Нагаронда и Палачи. А все остальное, по идее, мы должны с вами уничтожить. Поехали. У нас, кстати, еще и замес будет происходить прямо на переправе. Обалдеть.
Ну, в принципе, я думаю, тогда у нас шансы даже увеличиваются, мне кажется, на победу. Жалко, нету катапульта, ничего такого, блин, что могло бы нам помочь. Так, лучников ставим позади. По идее, должны удержать. Так. Тебе сюда. Там еще всякие отряды такие, недоотряды у нас есть. Отряды, недоотряды. И даже какая-то кава там потрепанная. Ну что ж, поехали. Так, кого мы тут забыли? А, конина, все. Давайте ускоримся сразу. Подкрепление у них, в принципе, небольшое. Ждем их. Главное, чтобы мои скелеты могли достать до их стрелков. А, у них еще, видите, жнец есть, зараза. Вот это вот фигово на самом деле. Сволочь. Но тут нам только остается ожидать, когда мы сможем у Шепти призывать. Всего один переход на ту сторону. Поэтому придется терпеть нам. Придется терпеть. Я сейчас, короче, попробую, знаете, что сделать? Близиться. Да, вот сюда вот. У них стрелки, потому что, видите, стоят на расстоянии. Они уже нас начинают отстреливать, а мы их не достать не можем пока что. Поэтому отряды я сейчас подгоню чуть-чуть поближе. Дабы наши лучники смогли начать тоже в ответочку их мочить. Вот, так-то лучше будет. Все, пошла жара. Просто стенка на стенку бойня началась. Я чуть-чуть свои отряды вперед продвигаю, чтобы они у нас вас тоже туда же. Дабы дать возможность нашим лучникам в случае необходимости подойти еще ближе. Давай тоже в бой. И ты иди в бой. Сейчас быстро убираем всех стрелков и занимаемся пехотой. Давайте вот этих теперь. Вы, соответственно, вот этих бьете. И уже потихоньку начинаем гасить стражу Нагоронда. Остается надеяться, что мы сможем довольно-таки быстро сейчас у Шепти заполучить, чтобы срезать жнецов. Давай-давай, активнее их уничтожаем. Они еще сволочи по моим стрелкам отстреливают, моих стрелков отстреливают. Умасу.
Надо побыстрее их убрать. А, там еще, видите, два жнеца у них, сволочи. Смотри, не бегут, блин, заразины. Даже если победим, то, конечно, с большими потерями победим. Так, есть, отлично. Давай сюда, сейчас ушибьте сразу. Давай, валим. Так, все, этот уже не придет. Канина у нас никак не сможет пройти здесь случайно, нет? Просто далековато, конечно, вести. Смотрите, побежали. Давайте на другой фланг. Буйство их вели сейчас. Так, и пробуем коней перебросить. Провести коней. Сюда рыцари на хладнокровных пришли. Кто вам сюда разрешал? Давайте по страже на Гаронда сейчас весь дамаг. Возвращаются уже. Мы их в какой-то момент так неплохо шуганули, но они набрали сил. Надо лорда выводить нашего, иначе его сейчас могут убить. Отлично, пока разбрасываем их. Вроде отгоняем. Вижу массовое бегство. Да, победа. Ну, нехило такое вонзало у нас получилось прям. Долго стояли. Зато они открылись. Теперь у них города свободны для захвата. У нас даже лорд 102 убийства сделал.
Ну да, у них вот жнецы постреляли неплохо так. Так, пополнить сам может взять нам. Давайте пополнимся. Так, мы потеряли один отряд лучников. Не, подожди, это не то, не та армия. А, ну да, один отряд лучников мы потеряли с вами. Так, 12 ранг. И 16-й. Канопы вкачали, доспехи. Можем, в принципе, выйти вот эту армию сейчас разбить. Разбить и вернуться пока обратно. Клепануть лучников пока можно будет. Ну а здесь у нас проход как раз таки на Харган этот открыт. Ну гарнизончик там у них все равно не слабенький. Можно восстановиться и на следующий ход напасть, чтоб у нас полностью был стак укомплектован. Так, снос строим здесь мы тогда сразу стены и строим, давайте пока, кладбище. Строительство казарм у нас завершено. И можем выступить на хот-тек. Как раз за два хода мы и дойдем до него. Я там еще стану на половине пути, подвосстановлюсь перед битвой. Так, избыток населения. Так, здесь у нас обсидиан. Здесь у нас ничего. Давайте вот тут еще одни казармы разобьем. Так, потом тут у нас найм идет. Вот эту армию сюда, в город поставим. Нету никаких сокровищ тут поблизости, нечего, да, собирать? Все, плюс 2 порядок, замечательно. По крайней мере, мятежа уже здесь не будет, и это хорошо. Давайте отплывем пока этой армии. Там можно по пути полазить, поплавать, пособирать что-нибудь взять. Потихоньку. Будем сюда. Все это сокровище соберем, это сокровище. Отплывем, в общем, вот сюда, к объединению. Армия у нас уже находится, уже непосредственно. Недалеко от нас. Она вот сюда перейдет на следующий ход. И мы как раз и по ней ударим с вами. Можно даже вот сюда в лес отойти, чтобы уже наверняка и не помешать. Вот, вот сюда, да. И атакуем ее. Так, по технологии давайте. Жрица лича. Так, ты у меня идешь, как я говорил, уже вот сюда, наверх. Сюда еще стражей гробниц можем взять. У меня потом будут готовы химрийские боевые сфинксы и некросфинкс. Мы сюда их еще, может, даже возьмем. Плюс сюда надо будет некротекта поставить. Подожди, там у некротекта... так, 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 а некротект... А его нету, да, его надо, надо брать чуть подороже. Вот, за 2,5 некротекта возьмем. Пока возьмем, тогда мы с вами принца гробниц. Шанс на успех засады, доступ к ядовитым атакам. Давай тут с хитростью. Он у нас уже сразу 13 ранга идет. Сразу канопы ему берем. Здоровье. Сопротивление выстрелам, да, даже так. Не, давайте
чуть по-другому. Так, вот так, вот так. Во. Чтоб удар из гробницы был открыт. Так, а, вот тут вот. Через 4 хода, да, в общем, будут? Через 4 хода. Так, да, вот численность некротектов увеличили. Мне на какую-то армию сделали помеху восполнению потерь. Да, именно вот здесь вот. Сволочи. Помешали. Не дали восстановиться. Так, что тут у вас? О, Малекит здесь. Надо его сразу грохнуть. Чтоб он просто с больнички не выписывался у нас. Ну, кстати, чисто из-за Малекита вот такой вот у нас шанс на победу, да, идет. Типа он нам поковыряет половину армии, да, якобы. Ну ладно, я битву разыграю, но в запись ее не включу. Ну, в общем, не знаю, почему нам такой авторасчет писали. Малекит у меня лучниками заассистился довольно-таки быстро. Всех на него направил. И без проблем мы его взяли. Так, меня вот сейчас интересует, чтобы вот та вот армия дальняя не дошла у нас. И плюс, вот тут бы, конечно, разведку провести мне стоило. Что-то вот... Латерн, почему вот эти два города никак не заберет? Я не пойму. И надо город брать в осаду. А может даже сразу его и атаковать сейчас. Или в принципе эту осаду тоже можно не включать в видео. Нам сейчас куда важнее, если честно, провести битву именно за... Битву за пятую книгу Нагаша. Куда интереснее будет. Так, давайте подумаем, кем мы будем нападать изначально. Я предлагаю все-таки Хатепом. У него две арты. Поехали. Кстати, по поводу армии, я бы не сказал, что она у них прям такая сильная. Много бичей там довольно-таки. Так что армия так себе. Так, ты у нас впереди стоишь. Вас давайте на этот фланг поставлю. Так, стрелков сразу переключить и поехали. И там сейчас еще пехота подойдет у нас. Так, давайте смотреть, что тут у нас. Лучников сюда.
Пехоту сюда всю. Ушепте, которые пойдут жнецов валить сразу же мне. Катапульта, которая уже может начать хоть тут гасить. Все вперед. Что-то прям давление у нас на эту сторону пошло серьезное. Давайте стрелков убираем. Так, паучка перебросим. Так, ушепьте, давайте по великану. Где-то еще этот... А вот, дракоогр. Его тоже убираем. О, как пошла катапульта там в бочину их. Давайте все сюда. Все, ушепти уже врываются на жнецов у нас, отлично. Второй отряд сразу туда отправляем. Стрелки, все сюда. Так, у нас там некоторые отряды стражей впали в ярость из-за этих ведьм. Лучников отправить, чтобы они подассистили вот этих монстров, мутантов. Все, со жнецами мы разобрались с вами. А просто перестреляем остатки им. Кстати, неплохо так нашего сфинкса долбят. Так, давайте часть лучников сюда. Так, у нас ушепти появились, давайте. Здесь. А, ну все, они бегут. Они бегут уже у нас. Погнали мы их. Ну, отлично. Там только лорда надо завалить, взять. У них лорды не убегают, самое что интересно, у этих армий. До самого конца. Живучий, заразина. Ну, армию первую нам нехило поколбасили. Так, еще и отряд полностью уничтожен, блин, распался. Если бы этого убили бы, и потерь бы не было у нас. Один отряд, да, потеряли. Блин, если бы не лорд, то и потерь бы не было у нас. Ну и все, победа. The fifth book.
the Liber Necris. The final ciphers are revealed. With five books in your possession, the Black Pyramid shall open, and your dominance assured. Yet, the lackey of Nagash is in our way. Undead legions muster in the shadow of the Black Pyramid. Battle is inevitable. Victory ensures your ever-living dynasty reigns supreme. Вот так вот. Выиграйте следующую битву. Черной пирамиды. Кстати, мы можем телепортануться даже. Но нам для начала, конечно, понятное дело, надо восстановиться. Причем очень хорошо восстановиться перед этой битвой. Потому что врагов там будет довольно-таки много. Если мы победим, у нас размер армии увеличится. Численность отрядов эры титанов плюс 2, некросфинксы, боевые сфинксы. То есть, нифига себе. На самом деле. Не слабо. Мы прокачаемся тогда. Так, Хатеп. Хатеп. Сила ветров магии. Тут что у нас? Численность отрядов. Давайте вот служи мне. Качаем. Not to be trusted. I suspect. Даже если честно, не знаю, затащим. Мне кажется, либо армию нам надо слегка перебрать, сделать что-то более мощное. Ну, мне так кажется. Может, конечно, я ошибаюсь. Здесь у нас что? Некротект. Жрец Лич. Victory, yes. Мы, короче, будем здесь прям стоять. А, мне еще армию добить надо. Мне еще армию добить. Блин, еще отряд потерял. Все, фракция уничтожена. Так, ладно, давайте тогда, раз такие дела, в принципе, мы с вами на марше вернемся в свой регион. Тут пока захватим, отсюда отплывем. Тем более, все равно на битву, кстати, мы можем и так телепортануться с вами. Это уже немножко облегчает нам задачу. Но пирамиду все равно придется захватывать, как ни крути. Так, и у нас пятая книга. У нас там, по идее, численность увеличилась. Мы можем с вами клепануть еще стражей гробниц сюда. Два отряда. Сюда же еще некротекта посадим. Так, опыт отрядов. А нет, ну, не знаю, какой-нибудь отряда, который там с этих ушепти увеличивал. Ничего подобного, да? Жалко. Так, тогда пока вкачиваем рыцари Некрополя. Так, доспехи для боевых сфинксов, некросфинксов. Да, вот эти вот две технологии сейчас изучаем. Ну, так, в принципе, все более-менее неплохо у нас. Здесь порядок плюс 4 остается, 29 тысяч у нас. А у нас что тут, кстати? Иксатель пока строится, да, еще. Вот эту постройку я убираю, наверное. Она мне здесь не нужна. И чтоб еще убрать.
О, кстати, здесь казармы отстроить можно взять. Брать, может, хранилище черепов, чтоб сюда как раз... Нам сюда надо вот эту постройку поставить. И вот эти три еще поставить. А от чего-то, соответственно, надо отказаться. Ну, вот это мы можем убрать с вами. Пауков не уберем. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Казарму вроде тоже убирать не хочется. У нас еще ж численность армии выросла. Мы можем еще армию собрать. Как раз вот сюда. Так, что мы тебе тут можем дать? Доспехи, спас барсок, сопротивление выстрелам. Из оружия у нас ничего нету. Так, надо, короче, покрафтить, я так полагаю. Что-нибудь накрафтить. Это у нас какая? 10-я армия получается. А ну вот, чисто даже для сравнения, возьмем нашу одну из самых, допустим, ну, более-менее мощных армий. Ну, допустим, вот эту, да? Персонаж находится в гарнизоне. То есть тоже шанс небольшой. Хотя здесь, в принципе, не знаю, если никаких подкреплений не будет, то как бы армия не сильная. Но я думаю, однозначно будет. Недаром такой процент у нас. Вот здесь вот битву разыграть. I will be done. Ну что ж, в принципе, на этом мы с вами будем заканчивать, друзья. Город этот мы тоже берем с вами в осаду. На следующей серии битву разыграем. Также на следующей серии разыграем битву возле пирамиды, черной пирамиды Нагаша. И, соответственно, отправимся уже в плавание. Именно на захват самой пирамиды. Поэтому, если вам понравилось прохождение, обязательно не забудьте поставить лайк, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, как раз таки битву эту, самую загадочную. Посмотрим, каковы силы, каковы шансы у нас будут на победу. Ну что ж, всем удачи, друзья, и до новых встреч. Всем пока!